Всем привет! Вы на канале Милашка Ружан, и сегодня со мной играет мой папа! Папу зовут Сункар. Да. Та-дам! Вот такие вот две снегурочки. Они очень красивые. Да, красивые. И у них есть потайной замочек снизу. И там я спрятала буковки. S, если кому попадется S, то это сладкое. А кому попадется буковка N, то это настоящее. И наш челлендж называется «Сладкое против настоящего». У кого больше сладостей, тот и выиграл. Ура! Вы готовы? Да. Кто будет первый выбирать? Я. Я? Как это? Досулифа? Давайте. Сулифа! Yes! Оружан выбрала. Так, папа пока не смотрит. А Оружан смотрит свою фигурку. Закрывай. И теперь все. Папа должен решить, оставляет он свою фигурку. На. Или меняется. Оставляем. Оставляете? Да. Ну-ка, давайте. Молодцы! Открывайте. Что, какая у тебя буква? У меня S. У тебя S? Там открыть. Вот. Вот, у Аржан S, значит, у папы N. Yes. Покажите зрителям, что там вправду есть буква N. Не настоящая. Все. У папы настоящая. А у меня сладость. У Оружан сладость. Так. И я вручаю сперва настоящую папе. Это вот такой вот носок новогодний. А Оружан вот такой вот. Класс. Ну-ка. Настоящая против сладости. Давай. А я буду открывать. Оружан открывает свою сладость. Так. Аккуратней. Что-то интересно там. Вот такие конфетки. Еще. Там очень много конфеток, еще. Я так поняла, да? Дальше есть. Аккуратней. Это M&M's. Опять конфетки. Опять конфетки. И опять конфетки. Это там все. Очень много конфеток. Мы их потом скушаем. Пока можно. Продолжаем. Готовы? Да. Так, теперь папа подглядывает свою снегурочку. А я закрываю. Все. Да, теперь положи, закрой. Все. Сейчас скажет. Все, теперь смотри на папину реакцию. Что будешь делать? Кажется, да, доставить. Доставить? Да. Ладно. Оставляй. Теперь открывай. Ну-ка, и что ж ты оставила? Кому ты попал? Настоящий. У папы настоящая, у Оружан. Раз. Сладость. Ура. Оружан знает. У нее нюх на сладости. Готовы? Да. У кого была сладость? У меня. Вот тебе сладкое шампанское. Вау, как классно, да? Да. А у тебе детское шампанское. Ну ладно, спасибо. Я хотела бы. Вот так вот. Ну ладно. Ну-ка, покажите поближе ваши сладости. У меня маленький. Вот такой. Потому шоколадное шампанское. Потому что я сама маленькая. Да. Все. Следующий тур? Да! Оружан смотрит свою снегурочку, папа не подглядывает. Папа хорошо закрыл глаза? Да. Ну-ка. Все, закрывай. Все. Ну-ка, все, папа, открывать? Что ты решил? Не оставлять. Меняешься? Да, да. Ну, папа меняется снегурочкой. Нет, нет, по правилам игры надо отдавать. Ладно. Давай, открывай твой. У меня N. N у тебя? Ты уже знаешь? Ну-ка, давай, посмотрите. Давай, открывай. Ну-ка. Не обижайся. Ура! Ура! У папы первый раз попалась, да, сладость. Выиграл. У Оружан настоящая. Yes! Что у нас попадется сейчас? Посмотрим.
Готовы к сладостям? Да! У кого настоящие? У Аружан! У Аружан попались ложки! А папе вот такие вот шоколадные ложечки! Вау, как вау! Классно сейчас будет! Мы будем вот чая пить! Да. Вот, вот такие классные шоколадные ложечки! Да! Теперь папа подглядывает! А я закрываю глаза! Не подглядывай, а потом папа смотрит, что ему попалось! Инкарика тоже хочет. Инкарика тоже хочет. Все. Ну-ка, что ты решишь? Я решаю. Решаю. Понятно. Поменяется? Давай, меняйся. А что там, сладости шла? Да, мне сладости было. Настоящие будут. У Аружан сладость, у папы настоящие. Папе попался настоящий Дедушка Мороз. Свечка. Это свеча. А это Аружанки сладкий Дедушка Мороз. И мы не забыли об Инкар и даем вот такого маленького Дедушку Мороза. Инкарюхе. Вот подарочек. Класс. У меня шоколадный. Шоколадный. Аржан очень хотела, да? Да. Такого дедушку. Поздравляю. Спасибо. Теперь смотрит Аружан буковку. Да, есть. Так, надо посмотреть. Так, все, папа Аружан посмотрела. Поменяться, наверное, будем. Давайте, это хорошо. Аружан тебя обманула. Там N. Ну-ка, открывай наши буквы. Следующий раз победит. Да. Следующий раз точно победит. Вот. У Аржан попалась сладость. А мне настоящий давайте. Папе достаются настоящие бусинки. А Аружанке сладкие бусинки. Посмотрите. Жемчужинки. Они очень вкусные. Да. Что, да? Очень вкусные? Нет, хорошо. На сапожке. Да. Это делать. Украшать будем елку. Теперь очередь папы. Да. Я сворачиваю. Аружан, все. Кажется, надо оставить. Оставляешь? Я же говорю, Аружан. Нет, поменять. Поздно, поздно. Да, да. Ладно, поменяешь, да? Да. Давай, ладно. Поменяешься? Да. Тогда папа тебя обманул. Надо было оставить. Ну-ка, посмотрите, что у вас. У папы сладость. У Аружан настоящие. Вручаем. Аружан настоящее яйцо. Да. А папе яйцо киндер-сюрприз. Нельзя, так нечестно. Так нечестно, нечестно. Давай. Ну ладно. В следующий раз повезет. Давай, да. Можно не расстраиваться? Да. Конечно. Так, кто теперь открывает? Я. Аружан. Аружан, давай. Так. Кукла, не подведи меня. Папа, ты не подглядываешь? Нет. Все, можно смотреть. Оставляем, да, тогда? Да. Ладно. Ура! Обманула меня. Обманула? Открываем. Открываем, и у папы настоящие. А у меня S. Сладость. Папе достается вата. Ha ha ha!
А оружанке сладкая вата. Вау, классно. А что это за вата? Настоящая, обычная, настоящая медицинская вата. Да. Попробуем потом. Теперь смотрит папочка. Уже открыли глаза, да. Оружан, не подглядывай. О, какие буквы, какие буквы. Что будет? Все? Yes. Ну-ка. Ваше выражение лица думает, что это... Оставить. Ладно, спасибо тебе. Следующий раз повезет тебе. Ну-ка. Вау. Сладость. А мне уже можно не открыть. Да, это там? Уже и так понятно. Да. А Ружан достается вот такой вот обычный чупа-чупс. А папе достается шоколадный чупа-чупс. Не-не-не, это папе. Это мой, я выиграл его, честно, да, Ружан? Теперь смотрит. Оружан. Оружан, давай смотри свою фигурочку. Все, готово. Папа, можешь открывать глаза. Поменяться? Не знаю. Сами убрать. Давай поменяться. Ну ладно. Класс! Я че? Шучу. Ну-ка, открывайте. Это последний раунд. Вау! И папе попалась сладость, а Ржан настоящие. Ржан. Готовы? На последнем раунде Оружан вручается елочная игрушка. Смотри, что-то есть. И папе вручается сладкая елочная игрушка от компании M&M's. Классно, спасибо. Еще игрушка. У нас в этом челлендже победила Оружан. Поздравляем. Спасибо. Тебе больше всех досталось, да, сладостей. Сладости. Поделишься, да, с нами? Да, конечно. А Ружан у нас добрая девочка, она поделится. Да. Не жадная. Правильно. Это хорошо. И если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал Милашка Ружан. И всем пока-пока-пока, ребята. Пока. Пока, друзья. Всем.